Новий день, новий ремонт. Не полишає нас корпорація «Зеніт» в будь-якому інструменті. Триммер електричний, 1800 Вт. Жалоба, гудит, но не вращается. Да, действительно. Клин двигателя разбираем. Пластиковый корпус разобрали. Что мы можем увидеть? Ну, в принципе, работал он недолго, судя по коллектору. Вот, вращается. Почему не запускается? А вот и причина, ребята. Лопнула передняя опора. Вот здесь, где находится редуктор у нас. Вот раз трещина. Здесь что у нас? Эта часть целая. Здесь трещина. Полностью. Вот вам и причина. Подшипник верхний, это тоже уже. Давай. Начал раскрываться, видите? Короче, сейчас что? Продолжаем дальнейшую разборку. Будем менять подшипник, переднюю эту опору. Вот так вот. Ну, подшипник навряд ли там мог заклинить. Скорее всего, был удар. Тому, по той причине, что работает ножом. С леской бы это не произошло. Да, вот смотрите. Состояние ножа. В принципе, фокусируйся. Вот как края позагинало этого ножика уже. Камни, бордюры он однозначно видит. Просто к чему веду, что обосрать корпорацию «Зенит» можно было бы, но скорее всего послужило ударом, и эта силуминовая опора не выдержала. Вот такая она должна быть новенькая. Благо, что данная запчасть есть в наличии. Отсоединяем штангу, вытягиваем электродвигатель. Теперь откручиваем три винта, которые удерживают вот этот переходник с редуктора. Сейчас будем вытягивать с 6 они валом. Короче, ребята, что, опора уже вообще рассыпалась, она нам облегчила даже это. Мы уже вот так вот отсюда изымем 6 с валом. Теперь нам надо что? Ну, наверное, сейчас сможем съемником, не вытаскивая даже, нет, придется якорь вытащить. Хотя, может быть, сейчас каким-то съемником зацепимся. А, нет, все равно. Снимаем щетки. Взымаем якорь для замены верхнего подшипника переднего. Изъято шестерня. Даже есть кое-какое повреждение, когда наискос стал плавал. Так. И внутри у нас находится подшипничек. Игольчатый. Так, чтобы его изъять, где он у нас? Мы его здесь просверлим отверстие и его выбьем. Скорее всего, так поступим. Так, по подшипничку, кому интересно, 6000-й стоит здесь, установили. По вот этому игольчатому, чтобы его не повредить, было принято решение распилить корпус, и он хрусь и вылетел. И наш подшипничек у нас в руках, сейчас мы его промоем. Ну просто я не трёл сейчас наличие этого игольчатого, сейчас скажу вам, может быть, даже размер его. А размерчики 6×10. Так, что, все, собираем в обратном порядке. Запускаем, так. Вернее, нам вот это еще все собрать и будем тестировать уже, в принципе. Электродвигатель собран. Вращается легко. Можно продолжать дальнейшую сборку. Кадры тестирования. Работает «Зенит». Вот, вот это все, что мы заменили, что привело к выходу из строя данного триммера. Ну а с вас лайк для продвижения канала. Всем пока-пока.